Добрый вечер. Прямая трансляция на портале «Что, где, когда». Сегодня 20 октября 2012 года, и играть будет команда МТС. Сегодня третья игра осенней серии, и две игры уже прошло. Осталась сегодняшняя отборочная игра и финальная. МТС, компания МТС пришла в игру «Что, где, когда» в 2002 году, в ноябре 2002 года. И буквально через месяц мы будем отмечать юбилей. 10 лет МТС на «Что, где, когда». Вот идут какие-то знатоки. Алена, привет. Здрасте. Пару слов о прошлой игре. Прошла неделя уже, и не жалеешь ли ты, что все-таки при счете 5-4 не взяла решающий раунд? Мы очень много разговаривали со многими людьми на эту тему. Вот, например, Андрей Козлов считает, что надо было. Александр Друз считает, что не надо было. Я согласна с Друзем. Мне кажется, что рано. Хотя, не знаю, наверное, это неправильно с точки зрения там какого-то авантюризма или еще чего-то, но мне кажется, что не надо пытаться, только придя в клуб, сразу лезть куда-то там выше головы. Ну, то есть, вполне возможно, у нас бы и получилось. Но я, на самом деле, не жалею, и мне кажется, что мы все сделали правильно. Алена, я не понимаю, ты пришла в клуб ради чего? Чтобы отсиживаться? Но мы же не отсиживаемся, мы же играем как можно. Надо лезть выше головы, я считаю. Кто-то считает так, я считаю по-другому. Ты смотрела запись нашей прошлой трансляции после игры? Да, конечно. И Наталья Ивановна Стаценко сказала, что риск – одно из важнейших качеств, и что вам надо было рискнуть, и что игра такие вещи не прощает. Что ты скажешь? Вполне возможно, но на самом деле прощает или не прощает, будет видно потом. Само собой, пока что, сложно об этом говорить. Может быть и нет. Вполне возможно, я не права. Я же не говорю, что вот мое мнение – это истина в последней инстанции. Но я просто, у меня свое мнение. За неделю оно не поменялось? Я выслушала другие мнения, и они вполне имеют право на жизнь. И, естественно, Наталья Ивановна Стаценко гораздо больше, чем я, знает об этом всем. Но в любом случае мы уже не можем там отмотать время назад и как-то большинством умных голосов взять решающий раунд. То есть, в любом случае, мы свой выбор сделали, правильный или неправильный, но нам за него отвечать, это мы будем уже делать потом. Алена, как ты считаешь, все-таки удастся твоей команде выйти в зимнюю серию? Это же не от нас теперь зависит. Все зависит от того, как сегодня сыграет команда, и мы не сможем болеть против них, само собой. То есть, если они... Почему не сможете болеть против них? Потому что я, например, не умею болеть против товарищей по клубу. Мне кажется, это нехорошо. Конечно, если бы я была телезрителем, и если бы мне наша команда нравилась больше, я бы сидела и болела против них. Но я же игрок этого клуба, и я болею за одноклубников. Это совершенно нормально, мне кажется. Вот Равшан Аскеров, например, не боится сказать, что он болеет против тех, кто может его обойти. Мы с Равшаном разные люди. Это нормально. Что пожелаем знатокам сегодня? Я пожелаю знатокам победы. Конечно, 6-5 тоже отличный счет, но в любом случае победы, красивые игры, хорошие игры. Но чтобы им, в общем, самим было хорошо и приятно, как было нам на прошлой неделе. Спасибо. Где у нас тут Борис Левин? Борис, добрый вечер. Вечер. Вы знаете, в прошлой нашей трансляции Алексей Сумулев, вы, наверное, с ним знакомы, он играл в прошлый раз, рассказал нам такую странную историю, что вы за неделю до игры команды Повышевой подошли к ним, как он сказал, вынырнули из темноты, как чеширский кот, это цитата, и сказали, вы победите. Что вы имели в виду и как это все? Что я имел в виду? Что они победят. Но они победили. А если бы они, не дай бог, проиграли? Этого не могло быть. В меня вселился дух Нострадамуса. Скажите поподробнее, как у вас это происходит? Не могу, это секретная информация. Вы уже сказали, что он вселяется время от времени, вселяется, да? Время от времени вселяется. Но я сам не могу понять, когда он вселяется. Потому что, когда пытаюсь давать прогнозы, обычно не угадываю. Но в тот момент я был уверен, что они выиграют. А только Нострадамус к вам вселяется? Иногда Ванга, но я ее изгоняю. Иногда кто там еще был? Какие-то странные. Видимо, это касается только что где когда. Спортивные прогнозы мне не удаются. Я надеюсь, что во время вашей игры никакие духи вам не помешают. Почему? Я не против, если ко мне слетятся. Например, полетит дух Владимира Яковлевича и будет подсказывать. Потому что лучше него эту игру все равно никто не понимает.
И, кстати, вы зря пытали Алену Повышеву по поводу того, что она не взяла решающий раунд. Почему же? Потому что он мог ей ничего не дать все равно. Большой риск, а нет гарантий. Потому что... А могло быть 6-0. И что? А вот пользу. Эти товарищи выиграют вот эту фишечку. Вот эту фишечку выиграют, и им 6-5 хватит. 6-5 хватит при вот этой фишечке. Вы имеете в виду приз за уверенность? В команде, да. Потому что тогда они могут подняться в рейтинге на одну единицу выше все равно. Поэтому там не было гарантий. Я считаю, что они правильно сделали, что они не взяли решающий раунд. Тут много разных мнений, но все склоняются, что все-таки надо было рискнуть. Другое дело, что если играть, то играть по полной. Но все-таки новички, у них еще нет такого. Им надо, у них мысли о том, как здесь укорениться, зацепиться и так далее. Борис, вы сейчас говорите с точки зрения старейшины, да? Да. То есть вам не нужно, чтобы на ваше место пришел другой человек, другая команда? Я бы с удовольствием говорил с точки зрения молодейшин, но я, к сожалению, уже к ним не отношусь. Поэтому приходится говорить с точки зрения старейшин. Нет, ну просто я помню, что по своим первым ощущениям в клубе, когда ты первый раз сюда приходишь, тебя крышу сносит просто, и ты думаешь... Как здорово, как здесь еще остаться. Потом, когда уже они войдут в атмосферу клуба полностью, так сказать, всеми фибрами своей души, когда они будут чувствовать себя здесь полностью своими, я думаю, они будут брать решающий раунд, не задумываясь даже. Смотрим. Опытная команда взяла бы, но им, может быть, и рано было. Спасибо. Пойдемте к домику. Вот я вижу, кто-то под зонтиком собрался. Так, это Алена Александрова. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Я вижу компьютер, глобус, вы принесли фотографии. Мы подготовились, да, мы подготовились, поэтому я буду рассказывать, но показывать нужно, наверное, вот с этой точки как-то. Надо сделать, чтобы... Так. Давайте лучше вы будете показывать, а я буду рассказывать в микрофон, а смотреть на меня при этом не обязательно. Так, вот стрелочки, да. Вниз. Нет, вбок. Арктика – это маленькая планета, поэтому эта панорама как раз показывает нам красоту Арктики и показывает тот ледокол, на котором осуществлялось наше путешествие. Это ледники земли Франц Иосифа. В общем, я тоже их поставила первой картинкой, чтобы показать такую суровую северную красоту, отражающуюся в спокойном северном ледовитом океане. Но на самом деле цвет передать невозможно, потому что он в реальности гораздо более красивый, просто фотоаппарат не способен его передать. Ледокол 50 лет Победы, последний российский атомный ледокол. Очень красивый, очень мощный. Его мощность 75 мегаватт, насколько я помню, соответствует мощности средней атомной электростанции, которая может снабжать небольшой город электричеством. Вот. Он может плавать в автономном режиме 5 лет, и ему хватит топлива, и он может проламывать лед до 3 метров. Вот. Толщиной, да? Толщиной, естественно. Ну, длиной достаточно большой. До бесконечности. До бесконечности, да. Это сначала ледокол выходит из города Мурманск, отправляется по Северному ледовитому океану на север. То есть вы сначала летели в Мурманск? Сначала мы летели в Мурманск, потом мы... из Мурманска на ледоколе преодолевали расстояние до земли Франц Иосифа. Вот, это один из островов архипелага земля Франц Иосифа. Там, конечно, никто не живет. Там есть несколько станций, там, насколько я понимаю, есть пограничная небольшая застава и есть несколько таких научных станций, где живет буквально 2-3 человека. Угу. Вот, после земли Франц Иосифа начинаются льды. Вот это нос ледокола. Сначала льдов совсем немножко, они довольно разреженные. Ален, а вы часто выходили на палубу? Да, конечно. Там холодно было? Где-то 0 плюс 5. Угу. Достаточно холодно, но там выдавали куртки, поэтому это не составляло никакой проблемы. Потом льды становятся более такими основательными. Нас сопровождали чайки, а... Старые полярники, вот этот прекрасный англичанин рассказывал нам, как запрягать собачьи упряжки. Ну и было много всяких лекций, просто это было самое веселое. А потом появились...
А это Мишка, да? Да, потом появились медведи, да, их было не так мало. Вот, они путешествуют по этим льдам. Вот, это был большой такой Мишкин дом, где у него был бассейн, место, где он лежал. Вот, он очень был удивлен, что мы пришли на него смотреть, но все, кто хотел сфотографировать, медведи сделали это. Я думаю, что он привычен уже к этому. Наверное, хотя происходит всего 4 рейса в год, он мог и не видеть никогда ледокола. Вот, это достаточно такие толстые льды уже, серьезные, чтобы их преодолевать, развивается мощность до 90% этого ледокола. Вот это старший помощник, который как раз регулирует мощность двигателей. Вот это как раз то, что есть Северный полюс. На самом деле это можно увидеть только по приборам, потому что земли там нет, там лед дрейфует, определенные точки нет, но приборы показывают, что это... Это широта и долгота была, да? Да, да, что Северный полюс достигнут. Потом где-то недалеко что это такое? Устраивается высадка такая символичная. Это туристы что? Высаживаются, и... но это типа полюс. А, это вот и есть, да, да, сам полюс? Ну, не совсем сам, но символически. Вот там есть такие места, где есть даже пресная вода, там можно умыться, а особенно люди отчаянные даже купались там в проруби. Вы не рискнули? Нет, я не рискнула. Вот. И потом ледокол ложится на обратный курс. И когда солнце, там очень красиво. Вот такие пейзажи. Вот. Плюс мы летали на вертолете, обозревали окрестности. Прямо с ледокола? Да, там есть вертолетная площадка, добрый пилот даже пустил меня сфотографироваться за руль. Это в полете сейчас? Нет, конечно. Просто вертолет — это очень тяжелая машина в управлении, гораздо тяжелее, чем самолет. Поэтому я бы не рискнула, потому что этому нужно реально долго учиться. Вот это вид на палубе. Когда солнце, там примерно вот так. Очень чисто, очень красиво, совершенно замечательно, очень романтично. Вот. И снова мы проходили через архипелаг Земля Франц-Иосифа, чуть-чуть в другом месте. На обратном пути. Да, и совершали несколько вылазок. Вот, соответственно, ледокол спереди выглядит вот так, а за ним как раз архипелаг. Там находятся как раз тундры, в которых цветут камнеломки и прекрасные мхи. Но 70% земли Франц-Иосифа под снегом и льдом, даже летом. Это середина лета, вы видите, что снег там лежит и летом, хотя птицам это совершенно не мешает водить птенцов, и растениям это не мешает расти, что где они могут. Птичка? Это люрик, это чайки. Птиц там около где-то видов 8 примерно, вот, из них постоянно встречаются кайры, которые похожи на пингвинов, чуть-чуть недоделанных пингвинов. Но пингвины, они же на южном, да, сами? Да, настоящие? Конечно, но кайры, они занимают экологическое как раз место пингвинов, но они все-таки летают, хотя взлетать им достаточно трудно, потому что они больше плавают. Вот так выглядят айсберги, которые откалываются от шельфовых льдов. Вот, видно, какая там красота, какой чистый океан. Да, это верхушка, понятно, что внизу там гораздо больше. Вот, эти айсберги, они прекрасно совершенно выглядят. К одному из них мы очень близко подошли. А это вы, да? Да, и даже потрогали его руками все, кто хотел. Не было ощущения, что вы как будто на Титанике плывете? Да, было желание даже сделать фотосессию, но потом мы решили, что это эпигонство, и отказались от этой идеи. Вот, земля Франц-Иосифа с высоты одной из довольно высоких гор. Очень красивое место, такой суровой очень красотой, северной. Вот. Ну, ни с чем тоже несравнимое ощущение. Это вот очень известные две скалы, которые напоминают то ли морских львов, то ли еще два чего-то встречающихся, каких-то объекта. Очень часто они бывают на фотографиях. В общем, мы тоже их посетили. Это вы с острова снимали, это да? Мы снимали с вот подобной же столовидной горы. Там горы со срезанными верхушками, их называют столовидные. А вы как-то на лодках попадали с корабля? Сюда мы попадали на вертолете, на гору,
естественно. Но на лодках мы высаживались тоже, там специальные резиновые лодки, которые называются зодиаки, и на них очень интересно плавать, можно видеть моржей и прочую морскую живность. Это тоже местные скалы, здесь не совсем видно, на самом деле они гораздо более живописны, потому что вот эти скалы, они реально оранжевые от лишайников, а внизу они зеленые от мхов. Поэтому они очень живописные, но, опять же, как многое на севере, оптика не способна красоту передать. Вот. Но это внутри парохода, на самом деле, он хоть и атомный, но пароход, и большую часть внутренности в нем занимают трубы, огромные, разнообразные, очень много труб, и, ну, интересные, например, такие телефоны, которые работают без электричества, если что-то случится, по нему можно позвонить в любой ситуации. Вот. Ну, и потом мы вернулись уже в Мурманск, это уже материк, это уже Мурманск, на закате мы возвращались и жалели, что так мало побыли в этих прекрасных местах. Здорово. Все. Ален, а давайте мы на глобусе покажем, где земля Франца Иосифа. Ну, сейчас попробуем. Вот, по-моему, где-то вот здесь она. Ну, вот у нас Гренландия, вот земля Франца Иосифа вот здесь. Вот она даже подписана. Видите? Да. Земля Франца Иосифа. Соответственно, вот из Мурманска это было примерно вот сюда и обратно. И прямо в полюс, да? Да. Ну, вы говорили, что флаг на льды поставить нельзя. Ну, можно временный флаг поставить, но через какое-то время льды будут дрейфовать, и он окажется совершенно не на полюсе, а в другом каком-то месте. Там нельзя, а у нас на глобусе можно. В честь ознаменования того, что знатоки были на Северном полюсе, вот мы ставим наш флаг. Спасибо вам большое за этот рассказ. Спасибо. Пожалуйста. Так, сейчас. Андрей Бычуткин к нам пришел. Андрей, привет. Добрый вечер. Давно тебя не было, как у тебя дела? Хорошо. Ты капитан самой первой команды МТС, которая была набрана из победителей СМС-игры в 2003 году. Вспомни, пожалуйста, как ты попал за стол, сколько игр ты провел с телефоном в руках, отправляя СМС-ки? Как это было? Игры провел две. Ну, по большому счету, одну. Первую игру там две смс-ки отправил, на вторую отправил 11 смс-ок, на 11 опросов, 6 из них были верные. Команда тут раз проиграла, я, получается, дал больше ответов. И все, в субботу игра, в понедельник я был оповещен о том, что победил в игре. И так я и попал. А что ты почувствовал, когда вошел в состав команды? Ну, это был процесс такой длительный, мы здесь почти месяц тренировались, был отбор. Почувствовал, что получилось. Облегчение из-за того, что не зря месяц здесь провел в Москве. Было очень интересно. Вот скажи, в твоей команде все шестеро были новички, да? И ты тоже, все были новички. А сегодня другая ситуация. Один новичок и пятеро матерых игроков. Как ты думаешь, что легче для человека, который впервые здесь оказывается? Когда все без опыта или когда играешь с опытными знатоками? Ну, я не знаю, я с опытными не играл, но нам было, наверное, легче, когда мы были все как бы равны, все прошли одинаковые отборы, мы были действительно командой. А мне кажется, вот новичку будет труднее влиться за один раз в новую команду. Ну, будем надеяться, что у них все получится, будем за них болеть. Что бы ты ему пожелал конкретно, вот с высоты своего опыта? Расслабиться и получать удовольствие. Ну, я думаю, в первую игру это получается у всех. Не думать ни о камерах, ни о величии или невеличии рядом сидящих игроков, а просто играть, получать удовольствие. А ты в первой игре о камере думал или нет? В первую нет. В первой игра прошла как на одном миге, и я не понял, что это было. Дальше было уже интереснее, конечно, тяжелее. Андрей, ты давно у нас не был. Расскажи, как работа, как семья? Да, все хорошо, работа хорошо, и семья, слава богу, хорошо. Все хорошо. Все там же, да, работаешь? Все там же работаю, да. Начальником, да? Ну, служба КИП и автоматики. Приборы обслуживаем, автоматику ремонтируем. Все хорошо. Спасибо, приезжай почаще. Будем стараться. Спасибо. Так, идем дальше. Володя, привет. Добрый вечер. Добрый. Как у тебя дела? Ну, сейчас пока неплохо, а потом посмотрим. Потом это после игры? Конечно, после игры, потому что я, ну, может быть, слышите, немножечко больной, но все равно приехал там поддержать своих друзей, вот, потому что очень за них переживаю и болею. Вот.
Как в прямом, так и в переносном смысле, да. Надеюсь, что все будет хорошо. Володь, скажи, пожалуйста, вот ты же тоже попал в клуб с помощью смс-игры МТС. Да, да, был такой. Это было в 2005 году. Вспомни, как это было, сколько, вот я уже у Бучуткина сейчас спрашивал, сколько он игр провел с телефоном в руках. Ой, если честно, такая довольно-таки долгая история. У нас есть время, нет? Да. Вот, я старательно, да, играл, и вот как-то не получалось что-то. И один раз приехал с работы, очень поздно домой, лег спать и не спалось, включил телевизор. И там как раз играла команда Мухина. Вот. Ну, я одну смс-ку отправил, вторую, и как-то успокоился на этом, на всем. А потом вот мне в среду позвонила Алена Карпич как раз и сказала, что я стал кандидатом в сборную. То есть я понял одно, что когда вот прям очень-очень вот хочешь чего-то, да, то это, как правило, не случается. Ну, вот. Но если ты все-таки как долгосрочную цель поставил какую-то, да, то в конечном счете упорство и труд, как говорится, все перетрут. Вот. Так что шлите смс-ки, у вас все получится, я думаю. А скажи, а что ты почувствовал, когда позвонила Алена и пригласила в команду? Я тогда сидел на работе, и я почувствовал только одно, что, несмотря на то, что час дня, работать я сегодня точно уже не буду, да. Не уволили? Слава богу, нет. Наоборот, там все были рады очень, да, поздравляли, говорили, что вот тоже не верили в это во все там, но вот как, поскольку есть живой, так сказать, представитель этого, то да, вот, можно верить. Маленькие чудеса, они иногда случаются. Вот уже за 10 лет 25 человек стали победителями смс-игры МТС, и сегодня за стол сядет 26-й. Что пожелаешь ему? Удачи, а все остальное должно приложиться, я считаю. Спасибо. Так, кто у нас следующий? Можно на секунду? Да. Вне эфира. Нет, вот к тебе у меня личный вопрос. Так, одну секунду. Так, вот магистр появился у нас. Здравствуйте. Александр, год назад Алексей Блинов после своей игры сказал ту знаменательную речь, которую обвинил вас в том, что вы не помогали в помощи клуба. И между вами произошел небольшой разлад, как все помнят. Скажите, за этот год что-то в ваших отношениях поменялось? Вы знаете, ровно через месяц после того, как Леша это сказал, эту ерунду, он у меня попросил прощения, я с удовольствием простил. Так что, правда, это было не в прямом эфире, но тем не менее, и у нас нормальные отношения. Здорово. А скажите, как вы думаете, выиграют, проиграют? Ваш прогноз? Ну, мой прогноз, что скорее выиграют. Уж больно у них хорошая, как бы сказать, ситуация. То есть им надо сделать две вещи. Им надо выиграть значок уверенности, и после этого у них дело в шляпе. И дальше выиграть игру. Это очень такой спокойный расклад. Правда, и то, и другое сделать не совсем просто. Это не самые простые вещи, которые, и то, и другое надо выиграть. Сначала там же еще может произойти такая штука, что волчок не даст. Что на сектор уверенности не попадает стрелка. Да. Вот. И вот если это, то тогда у них задача усложняется в два раза. Им надо выиграть 6-4. Но думаю, что к концу игры у них это уже будет. Там все-таки остается три вопроса при счете 4 вопроса при счете 5-4. Так что тут может быть всякое. Я думаю, что все будет хорошо, ребят. Мне, во всяком случае, бы я очень хотел, чтобы у них было все хорошо. На помощи клуба поможете? Я всегда помогаю на помощи клуба, если я что-то знаю. Я пошутил. Но если я не знаю, то, в прошлый раз досадная была история, конечно, с этими самураем.
Но выясняется, что есть люди, которые берут. Я приехал домой, мне там как раз сейчас младшая дочка приехала. И они смотрели игру, и она взяла сразу. Через 2, 4, 6, 9. Все остальное было неважно. То есть есть люди, которые берут из игроков. Вот. У меня не было никаких мыслей, но вот. Желаем удачи знатокам. Да, безусловно. Спасибо. Я думаю, что у них будет все хорошо. Я еще раз повторю, я надеюсь, что у них будет все хорошо. Спасибо. Так, а мы будем заканчивать первую часть. Но перед этим я поздравлю Балаша Касумова с днем рождения. Балаш, поздравляю тебя от имени всего клуба. Будь здоров, и чтобы все у тебя было хорошо. И недавно случился юбилей у Леонида Климовича. Леонид, вас тоже поздравляю. Здоровья и счастья. А мы встретимся с вами после игры и поговорим с командой Блинова. Увидимся.